Менеджер Кьюна пострадал от фишинга несколько дней назад я получил сообщение от саппорта, в котором приводился текст фишинговой рассылки. Злоумышленники предлагают держателям криптовалюты собрать дополнительную информацию о коллегах и передать ее по указанным адресам. За это преступники обещают вознаграждение в большом размере. Позднее я понял, что рассылкой таких сообщений не могут заниматься мои сотрудники. Оказалось, что подобное оповещение получили и другие топ-менеджеры. Сейчас мы пытаемся разобраться в ситуации и исключить возможность фишинговых атак для наших клиентов, рассказал Чабанян. Специалисты установили, что при переходе по фишинговой ссылке запускается вредоносный скрипт, который поражает исключительно устройство Mac. Он позволяет преступникам управлять всеми функциями компьютеров, включая рассылку сообщений для всей адресной книги. Утилита поражает мессенджеры и аккаунты в социальных сетях, из-за чего спам может приходить с любого адреса. Хакеры ранее проявляли активность N. Полный текст читайте на сайте криптофанс.ру. Ссылка на новость доступна в тексте под видео.